Здравствуйте, друзья! Меня зовут Татьяна Калмыкова, и сегодня я хочу познакомить вас с одним из продуктов компании Forever, который сама очень люблю, пользуюсь им. Это сок алоэ вера с персиком. Вкус персика способен действовать на человеческий организм как антидепрессант. А также он способен влиять на деятельность нашего головного мозга, улучшая память и повышая концентрацию внимания. И вот именно такой вкус имеет сок алоэ с персиком. Это сок на основе стабилизированного геля алоэ вера, и сюда еще добавлен натуральный экстракт персика. Еще туда добавлены кусочки алоэ, и они пропитаны персиком. И когда вы пьете этот сок, все уверены, все думают, что это кусочки персика. Но нет, это алоэ, пропитанный натуральным экстрактом персика. Итак, сейчас я вам расскажу об этом соке, только включу слайды. Итак, Forever гель алоэ с персиком. И вот возникает такой вопрос. Почему в компании решили сок алоэ соединить именно с персиком? Да, этот сок на основе стабилизированного геля алоэ сорт Барбаденсис Миллер. И в конце этого видео я прикреплю ссылку на свой вебинар, где я более подробно рассказываю об этом соке, об этом геле алоэ вера. А сейчас буквально в двух словах, что в этот гель входит более 200 питательных веществ, в том числе 75 активных компонентов, 20 минералов, 20 аминокислот. Здесь вся группа витаминов В. Стабилизированный гель алоэ является редким растительным источником витамина В12. И вот сюда добавили натуральный экстракт персика. Ну, вы знаете, есть много продуктов, обычных продуктов питания, где есть и витамин А, который есть в персике, и каротиноиды тоже есть, которые ученые обнаружили на поверхности персика под его кожурой. Здесь и витамин С, и калий, и магний. Есть продукты, в которых тоже содержатся такие же питательные вещества. Но когда вы их едите, не факт, что организм именно получает эти микроэлементы и в нужном количестве. Потому что кроме того, что их съесть, они еще должны усвоиться. А вот в стабилизированном геле алоэ есть такие вещества, как лигнины, которые помогают быстрому проникновению в клетки всех питательных веществ, которые попадают к нам в организм. И таким образом так получается, что персик, добавленный в стабилизированный гель алоэ, усваивается практически на 100%. То есть все те питательные вещества, которые содержатся в персике. И вот возьмем хотя бы витамин А, которого очень много. Его очень высокое содержание в этом соке. Он важен, необходим для дневного, ночного зрения. А также он необходим для красивой кожи. Наверное, вы помните, знаете, да, что есть такое сравнение. Такая кожа, как персик. А, например, дефицит витамина А в организме может привести к такому заболеванию, как куриная слепота. Это когда вы не видите в темноте. Это может быть сухость кожи, это могут быть акне, всевозможные высыпания. И есть такое еще понятие, как сухость глаз. То есть больно даже закрывать глаза. И это первые признаки дефицита витамина А. Замедленная... Интеллектуальное и физическое развитие у детей – это тоже дефицит витамина А. Плохое заживление ран.
И вот в этом соке, я повторю, высокое содержание витамина А и таких веществ, как каротиноиды. Они выполняют функции антиоксидантов, и благодаря им можно профилактировать онкологические заболевания, и даже они препятствуют повторному появлению опухолей после операции. Каротиноиды, которые содержатся в этом соке, необходимы для здоровья сердца, сосудов, для приведения в норму кровяного давления, для нормализации кровяного давления. Этот сок очень хорош для реабилитации после инфарктов и инсультов. Он очень мягко, очень деликатно работает у нас в организме. Ну вот персик – это же очень такой нежный фрукт. Также этот сок хорош для повышения гемоглобина и выведения лишней жидкости с организма. И этот сок очень хорошо поддерживает иммунитет. Его очень любят дети, потому что он очень вкусный, он очень сладкий, на вкус абсолютно персиковый. И дети, которые регулярно пьют этот сок, как правило, они не болеют. Зимой они ходят в детский садик, в школу, общаются со своими сверстниками, но иммунитет в норме и нет таких простудных заболеваний, как часто бывают в холодное время года. Ну, в общем, это вот кратко, так обзорно я рассказала об этом соке. Ну, конечно, лучше попробовать, лучше пить этот сок, чем слушать о нем. И я рекомендую вам искренне купите, закажите себе этот сок, обратитесь к тому человеку, который дал вам это видео, узнайте у него, как вы можете заказать этот сок, и обязательно пейте сами и давайте своим детям. Сейчас лето, жаркое время года, его можно пить и со льдом в прохладном виде. И он очень хорошо поддерживает здоровье сердечно-сосудистой системы, и его хорошо именно принимать людям, которые страдают в жару, или люди, у которых сегодня уже проблемы сердечно-сосудистой системы. Обязательно пейте сок и будьте здоровы!